Обожаю находить дробовик. Офигеть, блин. На первый этаж ушел. Я видел, видел. Моего добили, что? Я добил его, так тебе же засчитал. А, да, точно. Да, Санька, ну что ты сразу? Что ты сразу начинаешь? Взрывы там всякие, струльбы. Я когда пушил, сразу его хлопнул. Кил. А есть что по пухам? На дороге не валяется. Вон аптека. По пухам? Что, по стволам? А мне просто послышалось побухать, прибухнуть что-то. Есть что по пухам? Да, вон аптеку забери, отмахивайся. Аптека нормально будет. Послышалось. Вон калаш лежит, по-моему. Да, и вектор еще. Ух ты, уже не тот, все. Дробаши такие помоечные, кстати, стали. Они бывают сейчас вообще в упор даже не убивают. Типа еще хуже стало. Что-то изменили. Стало еще хуже только. Ты, кстати, с ДБСом ты что, побегал в итоге? Как он у тебя? Как тебе да. Этот ультимативный ган? Я на один подписчика последний раз играл. Ну так, срулял нормально. Весело. Да блин, эта пушка просто, она прикольная. Но она не имба. Она прикольная, но не имба. Поэтому она прикольная, она не имба, и нехрен вообще в дропах делать, потому что... Не, на той ну стадии это... игры, да. Когда ты лутаешь дропы, тебе, в принципе, этот дробаш нахрен не нужен. Дядь, если ты понимаешь, что если этот дробовик будет в месте где-то валяться, то все, ты там 10 киллов делаешь. Вот это будет имба для мяса, вот. Это да. Так. Ну так это хотя бы веселее будет. У меня брони нет. Есть броня где-нибудь? Не, не находил. Четверка валяется же, вот. Возьми. Где? Фига себе. А чё мне её некуда? В апельсинах челы бегали. Да, а ты эти лутал? По... барной стойке. Оба-на. Ты чё, вообще больной что ли? Опа, ещё один. Двое было, ясно. Булс, привет. За сколько вот, ты сможешь на стриме буквально на пару секунд показать на стойке своей опции? Не очень нужно. За 500 рублей покажешь или за 1000 рублей больше, к сожалению, нет. Заранее большое спасибо. У меня! Пиу! На втором у тебя? Да. Зашел. Первый этаж нокнул. Это он был. Еще идет кто-то. Там же, походу, в том же комнате. Блоп-блоп. А где этот-то блоп-блоп? Вот он на улице. А не оба у тебя? Да. Ну, тогда ладно, я пошел наверх. Фигасики. На первом этаже сюрприз. Есть такое, да. Так, сюрпризы. Того тоже. Ты того не успел видеть. Стас, да? Спасибо тебе большое. Не, я туда не успел, да, подняться. Спасибо, Стас. Ну, на стриме я этого точно показывать не буду. Напиши мне в ВК в личку. Может, там что-то тебе подскажу. На стриме я точно этого не буду показывать. Спасибо тебе большое, Стас. Ну да. За поддержку. Вектор Пауа. Не вижу, выкинуть, не слышу. Что ли, вообще калаш? Струлялись на руинах этих, походу. Там пойдем какие-то сразу, лишние может? Обвесы у них были хорошие? А, я даже броник не взял. Ой-ой-ой. Не. Броник второй тут у меня такой более-менее живой есть. Бес, я все забрал. Булс, привет, дай кулачок.
Саня, привет, запятая, а ты будешь выпускать привет, видео с Чихой и потерянными пулями с Макичем? Не, с ними видео про котов будет интересно посмотреть, удачи. Да зачем видео про котов на этом канале, нет? На канале будет только плюс-минус в одной тематике видосы. Ну, на гору надо идти тогда. А, на зоночку какая-нибудь. Там что? Нет. Нету. Спасибо, Федор. Спасибо тебе большое. Без Саня Федор привет передал. Еще. Восьмера нужна, Федору. Здравствуйте. Восьмера лежит. Восьмера, а что с ней делать? Ну возьму да. Пока, что, не знаю, на будущее. Смотри на нее, пока. Мотель лутанный, есть у нас еще. Есть заправка. Вижу. Ну пускай выйдут, наверное, тогда. Они меня видели. Налево. Они... Он даже без каски, обратно. Он в шляпе в этой. Он ушел. Китайской. Тосты! Еще раз привет, Димон, тебе и Саньку. Хорошего настроения. Жду ореха. Нет, пикает. Понимаю. И второй там же. За заправкой? Да. Один за мусор. Шляпе. Так, ладно, я хилюсь. Мне в голову прописали. С чего-то бесшумного. Ну, он один стоит, смотрит меня. Но они оба слева были, я так понимаю, да? Я не пикаю, если у меня каска красная. Их понять, сейчас вырезну. Один без шляпы, другой, ну, с попаданием. Один отходит, сейчас я его убью. Шляпу убил. На заправке человек. Сейчас выйдет. Угу. С горы еще спускается тело. Его друг? Не знаю, на заправке я вообще никого не вижу. За мотелем с горы спускается тело. Это, походу, его братишка. Походу, на заправке что-то тишина. Братишка. А как далеко он был? Главный вход. У меня тут. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Вот, миник я бы взял. Я все забрал, кстати. Миник, да? А у тебя что? А вот еще миник есть. Тут их целых два. Я скинул этот. Упор. Упор у меня есть. Ничего интересного. Надо идти. А то я что-то потерянный какой-то, блин, бегаю. Мне это не нравится максимально. Да ну это ж такой кайф бегать потерянным, Сань. Да. Бегаешь, ничего не понимаешь. Еще раз перед Димоном, если не хочешь настроение, жду ореха. Тот сам Митяй. 15 килов делаешь, умирай. Нормально. Тебе от Митяя еще привет. Митяю привет. Утренняя почта. Мне бы вот шлем какой-то поцелёхий найти, то у меня ваншотный шлем. Чё, прицел? Чё? Шлем второй. Нигде не было там? А у меня у самого калёный. Так что поехали за дропом. Вот. Как тебя? Поехали. По-моему, предложение вообще идеально. О, броник. Поломанный. Точно прям такой же, как у меня. Атак. Дал. Эй, на братишку-то забил хрен. Привет. Как обычно в мастерской смотрю твой стрим. Ты его, в голову, да, нокнул? Своё почтение. Тимиту привет. Держите кошку. Поломанный бот шлем. Хорошего вечера. Пиу. Ну, получше. Че ж едет? Баги. Че, проходной пункт, что ли, пропускной? Оба-на. Они в кемзе. Мимо.
жопы. А, слушай, а вдруг ты его вообще уехал? Так он уехал? Ну, он вообще уехал. Он вообще забил на него. Офигеть, вот это дружба. Тупо забил. Да, рандомный дуас, наверное, какой-то. Опа. Встретили. Этих багистов. Там один. Это в этом, в кемпе. В кемпе на метке. Пожарка. Иду. Мебельщик, привет, как обычно. Мастерской смотрю твой стрим. В очередной раз хочу выразить свое почтение. Тиммейту привет, держи кулачки. Хорошего вечера. Здорово, мебельщик. Здорово, братик. Спасибо тебе большое. Спасибо. Очень-очень приятно. Тебе, Саня, привет еще от мебельщика. Привет, мебельщику. Пау-пау. Сейчас буду делать. Пау-пау. 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 Санька, насколько можно потерянным бегать? Ну, я как бы просто сзади бегал. Челю. Понимаешь, энергосберегающий режим у меня. Ну, тут забей, челы просто лутались. Потом ты откиснешь, я буду тащить. Все нормально. Нет, я не откисну никогда. Как скажешь. Штучка. Там я снизу бустиков аптек вон покидал есть. Да у меня 5 аптек, у меня вообще все хорошо. А у меня, в принципе, тоже по кайфу. Как бы. Фу, аптек. Шлем! А? Что? Шлем да, обтыкал. Было вроде такое было. А бустики, кстати, мне теперь нужны. Мне пивасик. Ну ладно, блин. У меня 13 пивасов, там я. Там куча таблеток везде вообще. Я везде пивасы забрал и все. Да вот я тоже думаю, что-то не лезет и не лезет нифига, там пивас. Кончик. Че, они тут недалеко, поехали. У нас тут транспорт появился. Поехали, сейчас, секундочку. Ничего себе. Тачка, блин, заглохла, пока тебя ждал. Сама буркнула. Интересно. Так, Саня, аккуратнее, аккуратнее, не картоху везешь. Так я специально, видишь, где еду. Тим, ты шо? Ультра-аккуратность. Вон они на 265. Левого давай. Давай. Травма, подбили меня. Я знал, что он будет целиться на... Нокнул. Право. Чпан. Еще бежит, бежит. О, убил? Хорош. Да, он там в прыжке прям словил. Я видел, да. Масли. Ты лутать побежал? Ну, у них машина есть, я приеду сейчас. Или ты приедь на баги. Она рядом вроде. Угу. А, нет, там бежать. Не, я беру уже, беру, да. Не, ну в том плане, что мне с них вообще ничего не надо. Иди. Не, я только дуло хочу, у меня ноль. У меня два пустых. Броники, каски у них, понятно, побитые будут. О, как они удобно лежат, а? Рядом с дружкой. Две подружки. Так рядом с дружкой. Зашибись. Ну все, можно на двух баги ехать. Приехал за двумя глушаками. Ну поехали. Где две баги, в смысле? А, у них не баги, что ли, было? Я думал, у них баги. Да, да.
Рано. А вон баги есть на дороге. Не знаю, баги вообще в последнее время нравится играть на ней. Особенно вот если пересаживаться, прям вообще кайф. Удобно, игры. Удобно. Пушка целая. Ну ладно, ты пока лутаешься, тогда баги все-таки возьмут. А я все же. Ну забирай, забирай. А и тут мотак еще у них стоит. Трехместный мотак. Угу. Ну вот именно сейчас даже подумаешь порой, когда играешь, что лучше, баги, например, или одноместный мотак, потому что с мотака ты пострелять уже не можешь. Пепка, пепка нужна только. Нет, в том плане, что вот именно пересаживаться, если в соло играешь, что с мотака ты не постреляешь. На двухместном, что ли? Да. Ну по ровной можно. Ну там, типа рандомно, ты можешь... Это как повезет, типа можешь покатиться дальше, а можешь упасть тут же и разбиться нахрен. Это вот эта хрень, это редкость. Типа, если сразу будет наклон. А если едешь прямо, в принципе, ни по горке, нигде, то нормально. Мне челы накидали скимпа. Один выходит, другой с дома. Мегу жру и помогаю. Секунду. Ты там нормально? Что тебе прям супер хуже? У меня в упоре. Тосты! А кто это тут у нас? Ахахахахаха, привет, долго еще будешь играть? PS набивай стри, возьмите рака. Не вижу там никого. Собирать и пытаться принести пользу, ха-ха-ха. Они куда-то к кемпу отбежали, там нету никого, Сань, по-моему. Что ты попадаешь в рот? Кто-то с кемпа мне накидывает, я его не вижу даже. А да, они оба в домах. ФПС нет, что-то. Один второй этаж сидит. Да, лучше бы глушак не брал. КЕ мне дали. Флешку! Бежит. Так перепутали, наверное. Передо мной один. Не вижу. Бегают за дом. Опять мне флешку кинули. Нок один. Он за домом, да? В доме, в доме. Какой этаж? Так одноэтажка. А, в одноэтажке? Не залетело. Залетело. Я еще хая туда дал. Там еще хая, аккурат. Хорош. Дайте мне что-нибудь, дуло какое-нибудь, не глушитель. А, они оба тут. Угу. Так у них у всех глушаки, вот в чем прикол. Карик возьму. На импалу зону. Вот эта зона такая частая вообще, когда на импалу сходится на карьер этот дурацкий. Прям вообще всегда практически. А, понял. Чуть ли не каждый, если на Мирмаре играть часто, чуть ли не каждый день будут туда сходиться. А у них нет машины, что ли? Не знаю, нет, наверное. Да они сидели тут. Родион, засада. Спасибо, братик. Засада. Спасибо тебе большое. Ладно. Кто это у нас? Привет, долго еще будешь играть. Поезд набиваюсь. Возьмите рака, буду жил. Буду хилобусты собирать. Да не, братик, мы вдвоем. Спасибо, Родион. Спасибо. Ты посмотри на него. Спасибо тебе большое. А, у зона пошла. А, гайс. Ух ты, как приземлился тут прям. Вообще ништяк, баги топчик. Не, баги вообще топчик. Топчик, топчик. Сейчас у него и колеса не так быстро лопаются. И в спину тебя хер прострелят нормально. Да, меня прострелили. В спину недавно. Ржака ржачная. Чё, кого? Где вы? Слушай, а сзади в кемпе не могут быть?
Могут. Могут, но их нет. А вот теперь восьмерка мне пригодилась, кстати. Которую есть. Что-то едет. Совсем Саня, стоит. Ты один. Саня, ты один. Да нет, тачка едет. Собаки залутали уже. ХЗ, ну что капец, его какие-то... Это дроп какие-то бомжи залутали там. Знаешь, что около дропа лежит? Дробовик. Патроны на дробовик. Две штуки. Первый броник покоцанный. Панамка Military Cap. Ну такая фуражка, короче. И 13 болтов от арбалета. Найс чел там залутал аирдроп. Я, конечно, все понимаю. А что он арбалет-то скинул, я не понимаю. Алло, отдашь его. Тосты! Мое сердце разбито, а душа раздавлена плавуплак. Куда ему столько, дядя? Выкидывать. Или там поделили шестерку. Спасибо, Родион, как-то. Спасибо. Не знаю, что они там поделили. Но там я хотел там хотя бы вторую броню что-нибудь целое найти, или броник, или шлем. В итоге там вообще взять даже нечего. Опа. Тебе? Можно на гору слева встать. Зайти. Что ж тебя так носит, да, да, баги? Много, много народ. Передо мной. Надо мной прям. Какая там скалолаза оказалась? Не вижу. Прям надо мной. Убил. Тару. Тару. Пенс. Наконец-то. Надо тех челов. О, касочка. Тех челов закрывать сразу. Угу. Справа кемпа по мне. Дал чуваку двухэтаж. Они там в зоне, да? А, они тоже не в зоне, кстати. Дал еще одному. Нокнул правого. Я лево пока поглядываю. Левый вон в доме на 20 прям. На втором этаже хилится. Побежал. Пробежал. Бежит. Все, какой же ты кривой. Я вот что-то краем уха услышал какой-то топот. Как он сюда вообще пробрался нахрен? Но нам повезло, что это дно какое-то было вообще, как он наш техпил нас. Где он прополз туда вообще, капец? Я услышал какой-то шорох, смотрю назад. Он чуть левее, короче, уже оказался. Жопа, короче. Жизнь перед глазами. ВМ где-то справа, под горой. Вот они тут стрелялись, видимо, и он приполз откуда-то. Mm-hmm. Эти там разрезались уже, естественно. Блин, только хотел прицелиться нормально, да, в спину уже. Там на той горе, по-моему, авик. Да-да, где-то там. Либо на карьерах эти где-то там ползут. Эти там больше не вылезут, походу. Ну, у них там чё, ХГшка за ней идут. Mm-hmm. Эх. Чесал тупо затылок. Чё там в зоне? Ну вот это чё, не надо занимать на однёрке. Понимаю. Да почти пешком зайдём, да и всё. Остался. Нормально, в принципе, сейвы есть. Броня половинка. Опа, справа что-то стреляет. Может, пойдем туда? Прям вот здесь, по центру пройдем. Но они же переубивают друг друга. Ну это да. Дерги. Ну они прям не где-то за горой, типа, мы их все равно отсюда не увидим. Пока их не выдавит. Да почему за горой? Они в этих сидят, крайних. Не, мне кажется, они где-то за горой именно. Мы
мы залезть можем. Тут еще челики должны идти, кстати. Да блин, ты... Да ну... Ну, Саня, ты хотел прийти на файт, и мы пришли на файт. А чё этот челик тут ползает, я не понимаю. А то ты не знаешь, как они в PUBG играют. Капец просто. Соло чел, блин, без вопани. Просто закрывалище. Угу. Еще и окошки такие клевые, все видно. Эх. Нормально. Пяточки. Там еще, мне кажется, тут сидит, да? Ну там стреляются. Стрелялись. Стреляли. Может, он как раз всех и убил уже. Смотри, аккуратней, тут как бы ползают. Фулта 3 челик был, кстати, который меня нокнул. Разве нет? Во втором был вроде шлем. Второй, у него прям раскрашенная третья каска же была. Если мне не показалось. Я, по-моему, убивал во втором шлеме чела. А, ну да, третья. У него АВМ, но не знаю. Наверное, не стоит брать. Опа. Я сразу все разглядел, что там у него было. Но удивление мое было максимальным. Кого ты там шептунов столько накидал? И где оно? Oh!
Понял. Она упала, да? Закрылся смоком, блин. Вообще не понимаю, где он. Слышишь? Этот зоны умер? Лол. Нормально. Красиво! Ребятушки, еще топчик подъехал. Ну, в смысле, нормально, это я тут за Мирамар, конечно. На Мирамарчик вообще кайф. За Мирамарчик с детства.